Индекс промышленного производства может вырасти еще на 4%. Такие прогнозы дают в Министерстве экономического развития республики. Большинство крупных предприятий республики уже сформировали пакеты заказов на годы вперед. Ряд заводов до конца этого года намерены реализовать инвестиционные проекты. Новые производства в ближайшее время должны открыться на территории индустриального парка Чебоксар. Большие надежды в Министерстве экономического развития возлагают на завод «Промтрактор». Новый руководитель предприятия приступил к обязанностям с начала года. На сегодня контрактация есть, но есть небольшие вопросы там, технического плана. А так контрактация есть, работы заводы уже приступили, поэтому работать будут.